Вітаю, дорогі українці! Мова сьогодні піде про розмір дверей. Як ми бачимо, даний дверний блок нестандартний як висоти, так і ширини. Це було достигнуто благодаря фальшфрамуге, була достигнута нестандартна висота. И ширина была достигнута благодаря нестандартной ширине наличника. В частности, этот экземпляр – это требование застройщика, то есть повторение полностью внешнего дизайна дверей. То есть все двери в парадном должны быть одинакового дизайна, форм-фактора. Все они с вот такими фальшфрамугами. В данном случае это еще дополнительная вставка из композита и уникальная фрезеровка. Все остальные требования по цвету фурнитуры – застройщикам не предъявляются, поэтому в данном случае был цвет фурнитуры изменен на черный. Данный экземпляр – это дверь в офис, офисное помещение. Это конструкция, наша модель двери монолит усиленный, со стандартной комплектацией замков, который был изменен разве что тип цилиндра. В данном случае стоит топовый цилиндр, это EVO 4KS. Также в данном экземпляре был установлен электрозамок, электроригель для контроля доступа, то есть чтобы сотрудники постоянно не доставали ключи, не открывали. В данном экземпляре установлен электроригель, который будет подключен к общей системе контроля доступа, то есть изнутри будет кнопка выхода, будет установлен домофон, в который можно позвонить, и с ресепшена будет открыта дверь. Но основой послужил монолит усиленный. Монолит усиленный – это дверь 4 класса взломостойкости. И, кроме этого, у нее все потенциальные зоны атак, а именно это зона ригелей, периметры, скажем так, зона замков, все эти места потенциальных атак, там, где имело бы смысл даже применить такой инструмент, как болгарка, с диаметром круга 125 мм. Все эти зоны, они увеличены до 11 мм. То есть время срезания болгаркой в данной конструкции двери уже будет соизмеримо с дверью 5 класса защиты от взлома. А это уже очень серьезный класс защиты. Во всем остальном конструкция монолит усиленный. Это конструкция, как и монолит стандарт. Это два листа по 2 мм. Это плотная сетка из ребер жесткости из 50-го уголка. Именно два вертикальных и 7 горизонтальных ребер. Рама выполнена из 5-миллиметрового металла, 5-миллиметрового уголка. Также в зоне замков идет защита ригелей, для того, чтобы нельзя было забить ригеля замков. Очень мощные крепления, большое их количество, монтажные уши. Это по 5 монтажных ушей с каждой стороны и 2 уха вверху. Всего это 12 монтажных ушей, в которые при монтаже забиваются металлические костыли 10 диаметра, и все это на сварку сваривается. Теперь о замках. Замковая группа как в монолит стандарт уже на сегодняшний день, так и в монолит усиленный. Это одинаковые корпуса замков. Это замки ISEO 612D, нижний замок, силовой замок с максимальной защитой от силового взлома, с максимальной защитой от забивания ригелей, который защищен 2-миллиметровой каленой пластиной. Верхний замок ISEO 618G, это редукторный замок с блокировкой как от переламывания, так и задавливания цилиндра. Замок тоже самого большого формата, с дополнительными точками запирания, тягами вверх и вниз. При закрывании верхнего замка блокируются углы двери. И кроме этого установлена наша фирменная система, которая перекрывает ключевое отверстие нижнего замка. Корпус замка верхнего защищен 6-миллиметровой каленой пластиной, также нашего производства. Цилиндровый механизм защищен броненакладкой с юбкой. Это тип броненакладки, который ставится не на отделку, даже не на металл, а который заводится изнутри в металлоконструкцию. Такой тип броненакладки нельзя даже теоретически рассмотреть, как сбить, сорвать. Данная модель броненакладки оснащена самой толстой шайбой из стоковых броненакладок. Это 12,5 мм толщина шайбы. Это примерно в 5-6 раз толще, чем стандартные
броненакладки. Как я уже говорил, в данный экземпляр будет установлен цилиндр EVO 4KS. Это топовый цилиндр, который не подлежит чистому вскрытию. И учитывая ту защиту замка, учитывая ту защиту цилиндра, то весь этот потенциал цилиндра, неуязвимого для чистого вскрытия, он будет дополнен именно защитой самого замка. Всю остальную защиту замковой зоны обеспечивает металлоконструкция, монолит усиленный. То есть мы получаем 11 мм защитный слой металла перед замками. Также замки обтянуты 6 мм металла, полностью вся замковая с внутренней стороны. Для того, чтобы, приложив усилия на такой толстый притвор 11 мм, замки не выдулись вовнутрь и не вышли из рамы при попытке взлома. Также это все плотно связано с сеткой из ребер жесткости из 50-го уголка. То есть первое ребро поджимает замки, вертикальное ребро также находится со стороны антисрезов. И все эти ребра завязаны семью горизонтальными ребрами, также из 50-го уголка. Со стороны петель идут 5 противосъемов антисрезов. На монолит стандарт их 4, на монолит усиленный их 5. То есть при закрывании двери, если даже попытаться перерезать петли, то дверь никуда не денется, она останется в раме, так как эти пассивные ригеля, они при закрывании двери, они входят в раму. Если вам будут нужны взломостойкие двери, сейфы, обращайтесь. Мы находимся в городе Киеве по улице Вискозная, 3Б. Будем рады вас видеть и помочь вам в вашем вопросе. Всего доброго, до свидания.